Академгородок зарастает коноплей. С жалобой на траву к нам обратилась местная жительница. Поляну мы нашли прямо за остановкой магазин. В самом ученом районе города конопля чувствует себя отлично и выдавила с газона остальные сорняки. В департаменте городского хозяйства нам рассказали, что у мэрии есть контракт на уничтожение подобных растений. И пообещали, что в кратчайшие сроки подрядчик уберет заросли. А если жители еще заметят такой газон, они могут обращаться в службу 005.